Симптомы болезни печени многочисленны и разнообразны. Все они отражают нарушение работы этого важного органа. Одним из частых симптомов является желтуха, желтый цвет кожи и глаз. Это связано с тем, что желчь из печени попадает в кровь вместо того, чтобы использоваться для выработки желчи. Так как в печени вырабатываются важные факторы свертываемости, при болезнях печени могут легко появляться синяки. При печеночной недостаточности может так развиваться утомляемость без ясной причины. Проявлением нарушенной работы печени могут быть носовые кровотечения. Болезни печени также могут вызвать боль в животе, тошноту и рвоту. При серьезном повреждении печени кровь будет идти к сердцу не через печень, а в обход. Это приведет к переполнению сосудов и кровотечениям в пищеводе и желудке. Появляется кровь в кале или с рвотой. При серьезных болезнях печени поражаются также другие органы. Может нарушаться функция желчного пузыря и переваривание жира. Почки могут начать задерживать воду и соли. Это может привести к отекам стоп, ног, даже живота. В связи с тем, что болезни печени могут нарушать поступление крови в сердце, может развиваться сердечная недостаточность и нарушение ритма сердца. Симптомы болезни печени могут развиваться как внезапно, так и постепенно. Очень важно вовремя начать обследование, чтобы своевременно пролечиться и предупредить развитие повреждения печени.